Ох, добрый вечер. Темнота наступает очень быстро в Севастополе, как и во всех южных регионах. Очень темно. Темно, вот луна там где-то мелькает среди деревьев. Луна освещает что-то там. Но, в принципе, все знают, что нужно делать в темноте. И это не представляет никаких проблем. Все замечательно и хорошо. И доброй ночи. Доброй ночи.